Всем привет! Вы на моем канале вязания, и сегодня я для вас подготовила снова же мастер-класс в текстовом формате. Будет описание под видео. И я вот связала для вас вот такого зайчика. Он, его зовут Конфетка, или ее зайчиху. Вот такого классненького. Недавно я вязала тигренка, я вам показывала в видео, и мне очень понравились его вот эти, как бы щечки, можно так сказать. И у меня в голове вот родился, можно так сказать, вот этот зайка, и он мне очень понравился. И я уже быстренько начала придумывать схему. Ну, схема не тяжелая, очень легкая. А уши, вот именно я хотела, чтобы они вот такими были, большими, такими раскрытыми. Мне очень понравилась вот эта идея. И я начала быстро-быстро его вязать. И буквально вот за 2 дня я связала, и вот уже и монтирую для вас видео. Так, вязала я из полухлопка. Так, вот из такой пряжи Alize Cotton Gold Hobby. Тут на 100 грамм 165 метров. Что могу сказать про эту пряжу? Она мне не очень, не знаю почему. Так, вот цвет. Тут 55% хлопка и 45% акрила. Не знаю, она мне не очень нравится. На ощупь она классная. Вот в игрушке все мне нравится. И как ложится все. Но очень сильно болят пальцы, когда вяжешь именно из нее, грубоватая. Она очень похожа на джинс. Но скрутка, мне кажется, более слабее, что ли, чем у джинса. Я вязала крючком номер 2. Вот что у меня осталось от целого моточка. Тут 50 грамм. Вот что у меня осталось. Но я очень сомневаюсь, если я, например, свяжу из китайской пряжи, то, я думаю, мне 50 грамм не хватит на такого зайчика большого. Я его еще даже не измерила. Давайте я измерю вместе с вами. Так, давайте сначала вместе с ушками. Ну, вместе с ушками он почти 28 сантиметров имеет. 27 пусть будет, вот так, да, 27 сантиметров. Но уже без ушек примерно где-то 20. Вот такой классненький, миленький зайка получился. Так. Я там вставлю кусочки видео, когда я начала пришивать детали, но очень тяжело еще плюс с этой пряжей шить детали. Полотно такое, как будто, мне кажется, когда я вязала из 100% хлопка, и то легче было шить эти все детали. Тут очень тяжело иголку, я даже брала обычную швейную иголку, и ее очень тяжело протыкнуть через это полотно. Поэтому очень тяжело показать это все на видео. Я там кусочками, так, моментами. Вы там уже видели. Тут я набила синтепоном немножко, не очень сильно. Чтобы она прям совсем сильно не оттопыривала вот эта мордочка. Поэтому вот. Носик я тут вышивала вот такой пряжей. У меня тут есть 240 метров. А 210 метров. Ну, не видно, на сколько тут грамм. У меня примерно, не знаю, 100 граммов или 50 граммов. А реснички и усики я делала обычной швейной ниткой, чтобы они были потоньше. Украсила таким простым бантиком атласным. Так, тут я использовала еще один цвет, тут такой светло-бежевый, можно сделать полностью однотонную, можно белым сделать, но у меня белого цвета этой пряжи не было.
Вот у меня кусочек вот тут пряжа. Это китайская пряжа. Вот хвостик. Хвостик можете сделать и помпончик, можно и связать. Схема вся будет под видео. Вот такой зайка. Что я еще хотела? Все детали пришивные, ручки, ножки, ушки. Я сначала вяжу все детальки, потом уже начинаю собирать. Глазки тут крупненькие я поставила, можно использовать и помелче, я думаю. Можно сделать утяжку, не знаю, я не пробовала. Да, тоже очень прикольно с утяжкой будет. Интересно будет с утяжкой. Что еще вам рассказать? Про крючок рассказала, про пряжу рассказала. В принципе, вся игрушка связана, как я вязала по своим мастер-классам. Так, вы там мне еще на последнем видео написали, что хотите клубничку, но не написали, в каком формате вы хотите, чтобы я снимала, по петелькам, либо описание под видео. Если описание под видео, то уже это очень просто и будет совсем коротенькое видео. Вот. И также напоминаю, у меня на канале есть мастер-класс по такой морковочке. Также можно сфотографировать очень классно. Мне очень нравится, как она получилась. Я бы еще связала бы несколько разных размеров, и поменьше, и побольше. У меня есть и других оттенков оранжевого, и побледнее есть. Но вот этот яркий самый классный смотрится. Ну все тогда. Всем удачки. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии, присылайте видео, а то вы пишете, что связали. Я жду ваше видео. Напишите, куда вам удобнее, я вам дам ссылку, и вы туда будете мне скидывать фотографии готовых ваших работ по моим мастер-классам. Мне очень интересно, как у вас получается, как вы оформляете игрушку. Может, что-то я для себя возьму тоже. Поэтому присылайте мне фотографии, я буду ждать. Всем пока, до новых встреч, увидимся уже в следующем новом видео. Пока-пока.